Выпуск магистров в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы всегда событие особое. 18 выпускников англоязычных образовательных программ получили дипломы магистра. Торжественную церемонию открыла ректор Купаловского университета Ирина Китурко. Она пожелала иностранным выпускникам дальнейших творческих успехов, удачи, новых побед на жизненном пути и выразила надежду на скорую встречу уже в аспирантуре. Наряду с обучением, воспитанием и научными процессами у нас в университете очень важным является процесс интернационализации образования. Потому что если тебя не знают в мире, ну то значит тебя не знают нигде. Поэтому это важное направление для нас. И 140 международных договоров, которые сегодня есть у нас, они успешно работают. Ну и мы движемся дальше в этом направлении. Выпуск 2019 года в Купаловском университете составил 483 магистранта. Из них 76 – иностранные граждане из 9 стран мира. Образовательные программы на английском языке освоили 55 выпускников по 11 специальностям. Высшее образование они получили не в Гродно, однако именно Купаловский университет выбрали для получения степени магистра. Тема моей работы была посвящена проблемам пуританизма в Англии, позже в Великобритании. Я рассматривал группу людей, которая доминировала в английском обществе, но позже они вынуждены были бежать и строить новое общество уже в Северной Америке. Изучал это преломление в различных жанрах английской литературы – в прозе, драме и поэзии. Все магистры, собравшиеся в этом зале, родом из Ирака. 8 человек учились на факультете биологии, по 3 на инженерно-строительном и юридическом. В числе магистров также выпускники филологического факультета, инновационных технологий машиностроения и факультета физической культуры. Напомним, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы готовит магистров по 29 специальностям, 18 из которых реализуются на английском языке.